Ну знаешь что? Хуй тебе! Ох, ни хрена себе ты придумал! Вот это я вообще сейчас не ожидал. Подошел, по коробке втащил, она развалилась. Похоже, пуля прошла насквозь. Мозг не задел. Интересно. Редкий случай. Его надо осмотреть. Кладите. Так, а вот здесь у меня появился один вопрос. Времени у нас немного. Есть один способ. Чего? А у нас какой мозг-то? Как у губки Боба, что ли? Вот такой вот просто. Как пуля могла пройти и не задеть мозг? Вот, ну тут уже без комментариев, ребята. Тут я уже не знаю, что сказать. Голова раскалывается. Голова раскалывается, чел говорит. Еще бы у тебя голова не раскалывалась. Ну давай, родной. Давай. Колупай. Ну почти уже. Да ты тварь проскочила, походу, да? Ну что ж такое сюда, что-то не встает сегодня. Да и... Ну давай, ну! Ну, открывается уже, ну слышишь, хрустит, пердит. Вот. Такая тонкая настройка тут, конечно, вообще. Значит, добрый вечер, сова, да? Здрасте. 19.65, это нам душа сразу пошла, а у меня не работает ничего. Не, ну здесь я уже без комментариев просто, я тут уже не знаю, что говорить, ну у меня не работает, причем это не клавиатура не работает, это не работает игра. Я на Е, на Escape, на все подряд нажимаю, вообще, что в лоб, что по лбу. Что-то похрустел, попердел, развернулся и пошел дальше, вот он, крокодил Геннадий у нас, да, значит, ну ладно, Чебурашка, второй сезон. Так... Да ёпта, ну кто ж тут стекла-то насыпал, а? Вот, я встал посередине примерно. Да, видишь? Все, он такой, а где? А нету, ушел, сбежал. Так, сейчас Геннадий шляпу свою потерял. Блядь, это твоя шляпа? Сейчас, подождите, сейчас он шляпу найдет. А, ты, бля, не нашел шляпу, пошел в другую комнату. Ладно, Геннадий, давай, пиздуй отсюда. Геннадий, здравствуйте. Ваша реакция? Да ты заебал. Ау, понял, не вопрос, все. Итак, в общем, я немножко поизучал этого крокодила. Я выяснил, что оказывается, эта дурочка слепошара. То бишь он абсолютно ни хрена не видит. Так, не совсем понял, что за телевизорами. Ну, блин. Ну, у меня чувак тупой. Он не знает, как телевизор правильно смотреть. Он не знает, что телевизор смотрится с другой стороны. Это боковая, это задняя панель телевизора. Ты что, его чинить собрался, что ли, блин? И что ты сюда пришел? Ты здесь решил полторашечку поискать или что? Геннадий. Сколько можно бухать? Иди отсюда. У него зрение после соляра не восстановилось. Он слепой вообще, как крот. А я только что заметил, что у меня, оказывается, сзади Новый год, господа. Нихуя себе, блядь. Это не может не радовать, да? Но уже как будто бы март, и пора бы гирлянду упразднять. Меня здесь нету. Оп. Перезарядился. Подумал немножечко. И ты так будешь здесь стоять дальше? Или пойдешь, может, куда-то? Не, нихуя. А, понял, не пойдет. Окей, ладно. И что мне делать тогда, ты хочешь сказать, а? Товарищ. Ку-ку, ёп. А у меня нет с собой ничего, чтобы тебя откинуть, слышишь? Дебил. Геннадий, где вы потеряли Чебурашку, а? Вот вопрос к вам такой. Что же вы так неосторожно-то с ним обращались, что он от вас ушел? За хлебом. Ладно, это уже какая-то странная ситуация, согласен. Геннадий идет опять к нам. Геннадий, зачем? Гена, зачем? Зачем ты сюда идешь? Что тебе здесь надо? Я тебя не звал, тебе здесь я не рад лично. Поэтому давай-ка иди отсюда, а я пойду, наверное, прямо за тобой, да, тогда?
А он же вообще типа глухомань вот. Нет, я понял, хорошо. Извини, извини, прости, пожалуйста. Ты, прости, не хотел тебя обидеть. Все, 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 без обид, братишка. Сори, сори, сори. Не хотел тебя обидеть. Ну что ты тоже тут начинаешь, а? Развел истерику. Блять. Ну знаешь что? Хуй тебе! Ох, ни хрена себе ты придумал! Вот это я вообще сейчас не ожидал. Подошел, по коробке втащил, она развалилась. Что-то вроде бы хоррор игра, а превращается в какой-то симулятор грузчика. Заебало, ебатория. Ходим, просто таскаем какие-то эти коробочки туда-сюда. Ля, какая физика в этой игре. Блять, он ебаный волшебник! Да-да. Так, короче, как я понял, нам нужно куда-то... Вот это нихуя! Блин, опять башкой ударился об потолок. Ну-ка, иди туда. Слышь, хлопнуло что-то. Опа! Пойду проверю. Топ-топ-топ, топ-топ-топ. А ему вообще насрать, я так понимаю, да? Ну, типа... Вообще похую. Ему, знаете, ему так, как будто бы снежок в голову прилетел. Ох, что-то непорядок какой-то. И пошел. Что за прикол-то? Подожди, как так-то? Алло! Дебил, тебе на башку контейнер упал. Он весит тонн 10 минимум, а с учетом того, что он что-то теребится, там еще какая-то хрень, судя по всему, в нем сидит. Все, пойдем дальше из этого места. Я задолбался вот от этих лагов, просто дичайших каких-то вообще. Я не знаю, ну как можно было настолько хреново оптимизировать игру, что происходит вот так... Что? 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 Голубчик, а ты как из контейнера-то выполз? Сейчас мы его прихлопнем, господа. Оп! Стрейк! Отлично! Ну да, судя по всему, теперь... Здорово. Ядрен батон. Пошел нафиг. Как он... Че он... Почему спавнится-то? Фух. Наконец-то, да. Только там, по-моему, был далеко не выход. Ну, как говорится, и хрен с ними. Ну что ж, дорогие друзья, мы вернулись в офис из первой части, а это значит, что четвертая часть подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр, ребятуш. Если вам понравилось это видео, то загружайте Швейцарский Королевский. Оформляйте, как обычно, подписочку на канал. Я гениально сделал, я убрал себе микрофон, чтобы меня было лучше слышно. Алло, алло, до свидания, всем удачи и всем пока. Ну что ты мне тут звонишь, ну, алло, алло. Еще раз позвонишь, да-да. Я тебе ебальник набью. Я уже договорилась, за тобой едут, блядь.